Итак, опять на странице статистики просмотра моего блога «Любовь и разум» по просмотрам за последние 7 дней смотрю итог дня. По просмотрам он очень даже скромненький, 169 просмотров за день. Ну, как всегда, следующий этап – это просмотр, что творится с аудиторией блока. Вот, аудитория по странам. Вот. Ну и что? Самое главное то, что прирост просмотров блога из Японии сегодня невелик. Подозреваю, что просмотров из Японии – это потолок. Вот. Вначале мне, по-моему, было 173 просмотра, если память мне не изменяет. А сейчас, значит, 233, 60 просмотров за день прибавила Япония. Но поскольку... И поскольку самый я настырный, на земле старик, заявляю и сейчас... Понимание пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. На разумность оселок. Вот. Такие дела.